Советскому Туркменистану 25 лет. Улицы и площади Ашхабада, столицы республики, оделись в праздничный наряд. Ленин и Сталин вывели туркменский народ из нищеты и бесправия, сделали его хозяином своей жизни. На юбилейную сессию Верховного Совета Туркменистана приехали посланцы всех городов и районов. С докладом выступает председатель Совета Министров Туркмении товарищ Бабаев. За годы советской власти Туркменистан превратился в цветущую социалистическую республику. Торжественные минуты. Туркменский народ дает нерушимое слово еще самоотверженнее трудиться на благо матери Родины. Это клятва советскому правительству, большевистской партии, великому Сталину. На праздничную демонстрацию вышли коллективы фабрик и заводов, железнодорожники, студенты, научные работники, строители. Трудящиеся республики рапортуют о своих успехах во всех областях хозяйства и культуры. На примере советского Туркменистана все народы Востока видят великие преимущества социалистического строя перед строем капиталистическим. Сталинской семье советских народов, как равная среди равных, живет и расцветает солнечная Туркмения.